Сергей Михалков. Как бы жили мы без книг? Мы дружны с печатным словом. Если б не было его, ни о старом, ни о новом мы не знали б ничего. Ты представь себе на миг, как мы прожили б без книг? Что бы делал ученик, если не было бы книг? Если б все исчезло разом, что писалось для детей, от волшебных добрых сказок до веселых повестей. Ты хотел развеять скуку, на вопрос найти ответ, протянул за книжкой руку, а ее на полке нет. Нет твоей любимой книжки «Чиполлино», например. Избежали, как мальчишки, Робинзон и Гулливер. Нет, нельзя себе представить, чтоб такой момент возник, и тебя могли оставить все герои детских книг. От бесстрашного Гавроша до Тимура и до Кроша. Сколько их друзей, ребят, тех, что нам добра хотят. Книги смелой, книги честной, пусть немного в ней страниц, в целом мире, как известно, нет и не было границ. Ей открыты все дороги, и на всех материках говорит она на многих самых разных языках. И она в любые страны через все века пройдет, как великие романы «Тихий Дон» и «Дон Кихот».